Сегодня в нашем кампусе проходит мастер-класс Виктории Вирты. Работа как игра, в которой может выиграть каждый. Давайте посмотрим, что на нем будет. Восемь часов – это треть жизни, и если люди считают, что они во время работы не живут, ну, в том смысле, что, вот знаете, например, есть люди, которые говорят, ну, я не хочу там много работать, или я слишком много работаю, потому что, а когда же жить? Меня вот такие люди реально удивляют, мне просто грустно, потому что получается, что человек сознательно не живет половину жизни, просто не живет ее по какой-то причине. И я, собственно, людей обучаю, как можно жить во время работы. Знаете, коучинг – это вообще модное направление, сейчас модно иметь личных коучей. Это люди, которые помогают повышать эффективность. На самом деле, я вам прямо сейчас раскрою секрет коучей, прям вот как это основной секрет коучей. Коучи, когда приходят к клиенту, они первым делом проверяют как раз жизнь клиента на его сбалансированность и делают так называемое колесо балансов. После этого эти точечки соединяются и закрашиваются. И дальше коуч обычно делает такое вот трагическое лицо, говорит, вот это и есть ваше колесо жизни. И как вы на нем будете ехать? Люди обычно, глядя на вот это, на это, понимая, что это вообще нисколько не колесо, они обычно удручаются, понимая, что жизнь надо менять. Ну и, собственно, дальше коуч начинает с человеком работать и менять его жизнь. Люди вообще делятся на две категории. Те, которые ищут возможности, те, которые ищут оправдания. Понимаете? То есть, как бы для того, чтобы что-то в своей жизни изменить, надо искать возможность для этих изменений. Или оправдываться, что таких возможностей нет. Виктория, закончился ваш мастер-класс. Могли бы вы рассказать, поделиться своими впечатлениями о нем? Как работали с аудиторией, интересные были ли вопросы? Я очень довольна прошедшим мастер-классом. Меня, во-первых, поразило количество людей, которое пришло. Прям очень приятно было. Вот. И поразило активность аудитории. Люди задавали много вопросов, и было видно, что им тема интересна. И даже когда были попытки перейти от вопросов как раз к оправданиям, что это может все как-то не работать, люди все-таки находили в себе смелость признать, что да, вопрос в личной ответственности в том, готовы ли они эти изменения, собственно, внедрять в свои компании, в своих командах. Поэтому в целом я очень довольна, и вот судя по реакции, мне казалось, что людям тоже понравилось. Благодарим то, что передали нам ваши знания, и еще раз спасибо за проведенный мастер-класс. Спасибо, что пригласили. Вот и подошел к концу наш мастер-класс. Следите за анонсами на сайте и подписывайтесь на нашу рассылку. Всего доброго!